ящик макрели, который был отливающий. А вы говорите Туманян Тигремич Мартас? Да. Что вот так? И всех этих туберкулезных типов давно можно было и на ноги поставить, и забыть, что они вообще есть. И почитайте шикарную книжку, она у меня и на сайте есть, и на Фейсбуке есть. И у меня там переход с сайта на Фейсбуке. Евгений Олегович Комаровский, украинский еврей харьковский, который сейчас шибко модный, бизнесмен. Но когда 15 лет назад он еще был не модный, он написал очень одну и единственную правильную книжку, более или менее. Называется «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». От души посмеетесь, шикарный еврейский юмор. И очень хорошо, там достаточно много правды. И на сайте, и на Фейсбуке, там, когда зайдете, там я то, что я считал правильным из его книги, отдельно написал. И книгу разместил. Чтобы потом не сказали, что я от себя что-то там добавил. Нет. И то, что правда у него в книге написано, это тоже отдельно написано. Ну, и все. То есть можете сравнить то и то. Но книга шикарная. В частности, по психологии шикарный, юмор хороший. В принципе, евреи всегда юмором отличаются. Да, это точно. Но много правды достать. Но самое плохое то, что больше сам этого не применил. У него сайт есть, Евгений Комаровский. Зайдите как-нибудь. Тоже в интернете покопайтесь. Комаровский.net. Комаровский.net. Я туда зашел, когда прочитал его книжку, как раз РФ Экстенс. Ну, и так я на этой ниве. И там одни тетеньки, понятно, все в основном занимаются. Ну, кто за детьми следит, а за моими детьми нет. Ну, я и поделился своим опытом, вот этими вещами страшными. Понятно, меня заклевали. Через 300 метров на светофоре. Но он молодец, он просто прикрыл эту тему, которую я ничего плохого не сказал. Впереди камера на полосу. А одна тетенька, у которой было трое детей, этих тоже любительница закаливания, т-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 
Я такого со своими детьми еще не делал. Ну хорошо, хоть еще кто-то сказал, что никто такого со своими детьми не делал. Ну, так что почитайте. Интересно, смотрю, много чего читаю. Читаю интернет. В основном это большая помойка, там хорошего мало найдешь. Есть такое. Ну вот, и этот Комаровский сайт ничего. Но самое плохое то, что этот Комаровский сам не следует своему написанному. Потому что он не может следовать. Если он будет следовать, его, как меня, заклюют. Вынужден он. Жить-то хочет, кушать хочет. Популярным человеком быть хочет, так, такси ездить не хочет, поэтому вынужден говорить то, что нужно. Да? По стандарту. Да, конечно. То, что советуют врачи. Я поэтому говорю, а на школе? Черт побери. Ужас какой, слушай. Как люди верят в это вранье? Это цирк. Слушайте, можете поверить, что мимика бричкуется, а на сердце никто пусть не чище. Я опять говорю, я не говорю про хирургию, я не говорю про зубы, такие технические вещи, это все молодцы, это хорошо. Ну и техника, то же самое, что машину отремонтировать, то же самое, что человека отремонтировать. Это не может считаться лечением, это не лечение, это техника. Извините, пожалуйста. А, алло. Сейчас послушаю. Ханджаничи. Алло. Угу, ха. Ես այդ մասերում եմ ինձ հերոց։ Թումանյան փողոցում չգիտեմ որտեղ։ Ահա։ Հա, կսկսենք կարամ այս փանջանի մասերում, ճիշտ է։ Ես սպասեմ իրար հետ գնան։ Տաքսի ռամենի գնում։ Գնանք։ Հա, օքեյ, լավ, ես կգնամ դա։ Ուզում եք մենակ գնանք այս պրոֆիկի։ Ստացել, հա։
Старый цех, пробка. Да, да, сах, я на вон, смотри, ужас какой. Ուզում եք բանարեք, ստեղ չկա, չէ պրոպկա, հա, եթե ներքև չգնանք էլի, որ համար ձեզ է հաշտինում։ Ամենը հաճելին, որ դե պրոպկա չկա, թեքվել ձախ։ Կամ ձախ, ոնց ձեզ հարգրեմ։ Համար եմ ասում, որ եթե ձեզ մեկա, ո Как вы записали, пишется в русских народных сказках, обожаю всякие народные сказки. Погибели моей, вы хотели пират, асми. Это стахкарек, пахнет. Ну что, Игорь, это хату по-моему стоит. Маршрут перестроен. Впереди камера на полосу. Здесь есть школа, X-Drive называется, вождение. И тетеньки обучают тетенек, поэтому вот здесь она где-то находится, X-Drive. Хамарика сек. Психологический аспект. Не, удивительное дело. Прилепил. Никто не смотрит. Это из области психологии. Копаться. Все спрашивают хамара. Да? Это что? Момент. Это карта. Пожалуйста. 17,5. Васка. Вон, 17,5. Я тут еще Яндекс реки, лежит чигером это. Чигером, это бар брак Яндекса. Алло. Yes, авартелем, ешь, узмем, шаржем, депи офис. Это очки Кентрониц. Ехал, к порциям, для